Американо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что я сделал? Это была обычная американка на 4 счета. Это была обычная выход из американцев на 4 счета. И это была смена по желанию на 4 счета. Собственно, 3 фигуры. Американка, выход из американки и смена по желанию на 4 счета и еще разочек. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Теперь все то же самое на 3 счета. Раз, два и три. 4, 5 и 6, 7, 8 и 1. Там у нас было 1,5 восьмерки, а здесь у нас осталось еще 3, 4, 5. 3 счета. Теперь, в принципе, можно включить музыку и все то же самое. Я могу станцевать музыку. Ну, ты можешь 4 фигуры, еще 2 какие-то. Еще 2. Тогда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Ну, например, там, где нет синков, там одинаково танцуется. И на 3 счета, и на 4 счета фигур. Расширите, рулан-рулан, неважно, на 4 счета мы танцуем или на 3, одинаково танцуется. Единственный момент, это как раз синкованный. Можно перебить 4, например. А можно 1, 2 и 3, 4, 5 и 6, 7, 8 и 1, 2, 3 и 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1, 2 и 3, 4, 5 и 6, 7, 8 и 1, 2, 3 и 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай.